моя страница. Как вам нравится следующая задачка? Из американского учебника перепечатка в наш учебник физики. С дерева упала ветка. Нормально. Дальше. Я вас предупредил. Пробегавший мимо олень заметил, что ветка упала по параболической траектории. Не слабый олень у американцев. Навскидку он, навскидку олень, определил скорость течения реки 2 метра в секунду. Ну, олень. Помогите оленю сформулировать уравнение движения ветки в системе отсчета, связанной с землей. Да, потому что, ну, олень совсем без уравнения жить не может даже.